Гепатит С называют ласковый убийца. Он незаметно протекает его острый период. В отдельных случаях это может как гриппоподобный синдром, то есть ломота, слабость, симптомы интоксикации, там какие-то субфебрильная температура. Может быть без всего, просто диспептические явления, например, тошнота, нарушение стула кратковременное. То есть никто не может заподозрить, что это, да, действительно такое заболевание может быть. Мы рекомендуем хотя бы раз в год для себя, для собственного, значит, спокойствия проводить скрининг, сдавать антитела на вирус гепатита. Против гепатита С нет вакцинации. Поэтому профилактика – это только быть аккуратным и разборчивым в связях, быть аккуратным при проведении каких-либо вмешательств, например, татуировки, да, и при обращении за медицинской помощью все-таки обращаться в те медицинские организации, которые строго соблюдают все санитарно-противоэпидемиологические нормы. Есть случаи, определенный процент пациентов, у которых хороший иммунитет, они могут в случае, если малая доза вируса попала, они могут этот вирус как бы переработать, его удалить, но антитела, они остаются. То есть иммунологический след остается, хотя самого вируса в организме может и не быть. Но это небольшой процент самоизлечения. У всех остальных либо это в течение какого-то времени развивается цирроз, фиброз печени, либо переходит уже в онкологическое заболевание печени. При проведении хорошо подобранного курса противовирусной терапии гепатит С излечивается полностью. Лучше, конечно же, не болеть, чем болеть и лечиться. Это однозначно.